Сейчас я встречу тогда Вику. Не надо трогать. Можешь пока пообщаться. Чат, вы пиздите Васю не шлюх. Но даже если бы была шлюхой, я бы потратил все свои деньги, продал квартиру и машину, чтобы снять ее хотя бы на 3 года, ведь она божественна. Уходи по большой смузи. Мама приехала. Давай ты сядешь посередине, а мы с Викой на кресло. Да? Да. Лору знает, что его стропонить сегодня будут. У вас есть стропон с собой? Ты думаешь, зачем Вика с собой такую сумку больше таскать? То за то, чтобы Лора посадил нас на кресло, а сам сел вот на этот вот вин. И что, я должен на вот этом стульчике сидеть? Да. Ты можешь вообще здесь не сидеть. Да, ты можешь вообще здесь не сидеть, мы сами как-то выбираем. Вообще? Не уйти? Налей, Вики, выпить. Да? Так, вот водичка. Спасибо. Ну, сына молодец. Сына? Говорят, в старости бокал. Вы стаканом воды не принес. Вы сына? Это сын Вики. Смотри. Это мы брат и сестра, на самом деле. Так. Они двойняшки. Смотри, Вика, Вася говорит, что мне нужно сбрить вот эти усы. Нету бога. Это не усы. Ну, блядь, ну... У меня вот это, да? Да в смысле? Это первая неделя. От роду? Что это, блядь? Ну, да, блядь, ну... Кого-то куда-то кончил, блядь, я на верхнюю губу, блядь. Ну, вы хотите, чтобы я это сбрил? О, у тебя там нет усов особо. Блядь, ну я хотел быть мужчиной. Я хотел быть мужчиной. Нет. Ну если я сейчас брею усы, мне будет 16 лет. А так? Ну сколько лет на самом деле? 17? А мне 19. Не, ну я сейчас выгляжу хотя бы на 19. Ну у тебя уже руки трясутся, блядь. Не трясутся, они где ты это видишь? Где ты это видишь? Смотри, ничего не трясутся. Наливай, блядь, ничего. Лору вообще усы не туда.